В эти выходные состоялись товарищеские матчи по хоккею. Ледовый дворец «Конаковский лед» принял в один день 4 команды. Первая игра состоялась между русскими «Медведями» и тверской командой «Триумф». Следующий матч прошел между редкинской командой РХЛ и конаковской «Конлед». Две дружеские встречи прошли захватывающие. За победу пришлось тяжело побороться. На льду русские «Медведи» и «Триумф». Обе команды сильные. Несмотря на товарищескую встречу, командам пришлось несладко. С первых минут матча вели русские «Медведи». Во втором раунде игры конаковским хоккеистам удалось забить ворота противника 3 гола. Борьба за владение шайбой была нешуточная. На протяжении всего матча игрокам обеих команд пришлось капитально выложиться. На кону честь и репутация не просто спортивного коллектива, но и честь города. В нашем случае русские «Медведи» не подвели. В жесткой схватке с противником из Твери конаковским хоккеистам удалось одержать победу. Как ни старались игроки «Триумфа» хотя бы выровнять счет, русские «Медведи» не давали такой им возможности. Третий раунд и счет уже 1-6 в пользу конаковской команды. Еще несколько минут захватывающей игры, и на табло не успевала появляться информация о количестве забитых голов. Хоккейная схватка завершилась неудачей для «Триумфа». Со счетом 10-3 русские «Медведи» разгромили тверичей.